Нам удалось завершить, как и обещали, в пятницу монтаж новой 700-й магистрали, которая находится на улице Балковской, проходит под железной дорогой. Напомню, что задержка с проведением работ связана с тем, что наша магистраль проходила по территории, которую занимает частное предприятие. К сожалению, они отказывались допустить нас к началу проведения ремонтных работ. И только в субботу, благодаря действиям, слаженным действиям сотрудников полиции и департамента муниципальной безопасности, нам удалось попасть на территорию и приступить к выполнению поставленной задачи. Мы полностью сегодня смонтировали новую трубу, проверили стыки, ведем заполнение системы. ТЭЦ, в свою очередь, готовит к запуску парового котла для того, чтобы подать теплоноситель в дома одесситов.